Но мы двигаемся дальше. У нас есть для вас сочные, яркие, стильные блузы. Посмотрите, на какие красивые, чистые цвета. Встречайте, блуза Селеста. Ну что ж, дорогие модницы, в нашей программе мы уделяем огромное внимание базовым вещам. Вы любите базовые вещи, потому что, меняя, например, блузу, вы каждый день можете выглядеть по-разному. Стильная блуза Селеста по цене премьеры, Надя, сегодня. Цена премьеры сегодня позволяет вам сделать эту покупку, порадовать себя обновкой. Представьте себя перед зеркалом в этой блузе. Нарядная, нежная. 2450 рублей, и вы будете тоже нарядная, нежная женщина, которая волнует сердца мужчин. Это вы, да-да, кто смотрите наш телеканал прямо сейчас. Давайте посмотрим, у нас есть две конфигурации цветов. Ну что ж, дорогие друзья, самые нежные цвета, это, конечно же, ваш любимый голубой цвет, цвет гармонии, все, что касается с синими оттенками. Обратите внимание на редкий голубой цвет, он напоминает нам сочную бирюзу. Надя выбирает сегодня нежную мяту, вы только посмотрите, насколько он прекрасен. Я хочу сказать, что в текстильной промышленности очень редко встречаются именно такие нежные, правильные цвета. Ну и все внимание, Надя, сейчас. Если мы говорим, что блуза стоит 2450 рублей, так, так только одно кружево стоит столько денег. А у нас наша блуза украшена именно кружевными вставками. И, конечно же, ваш любимый шифон. Шифон – это нарядная ткань. Вспомните, наши мамы шифоновые платья надевали только в театр. К сожалению. А у нас есть возможность каждый день порадовать себя новой вещью, обновкой. В шифоне вы будете чувствовать себя женственно прежде всего. И, кстати, посмотри, Света, Люба выбирает мой любимый мятный цвет. Ну что ж, дорогие наши модницы, давайте определимся с размером. Вы уже влюбились в эту блузу. Как правильно выбрать свой размер? Рост Любы 1,75 м. Длина нашего изделия 59 сантиметров. Представьте сейчас, как эта блуза будет смотреться на вас. Представили? Отлично. Если вы любите свободу движений и носите, например, 58 размер, девочки, я предлагаю вам обратить внимание на 60, чтобы вы чувствовали себя комфортно. И обратите внимание на ваш бюст. Если у вас богатые формы, то все-таки лучше выбрать на размер больше. Тогда блуза будет сидеть идеально на вашей фигуре. Отличный совет. Спасибо, Светлана. То есть, если бюст большой, выбираем на размер больше. Смотрите, 2450 рублей. И вы делаете выбор. Сейчас позвоните, скажите, какой цвет выбрали? А? Ну, нам ведь со Светланой интересно. Давайте сделаем опрос. Какой цвет у нас будет пользоваться большей популярностью? Звоните в колл-центр и сообщайте свое мнение. Но помните, что, конечно же, время – это деньги. В прямом смысле. Потому что если вы время протянете, вы можете упустить свою скидку. 60-го размера остается очень мало, поэтому позвоните сейчас. Ну что ж, дорогие мои, вы внимательно давайте вглядимся в блузу. Надя, давай повесим наш салатовый, твой любимый цвет на передний план. Надя демонстрирует вам сейчас кружево. А ведь я уже сказала, что наша блуза Селеста сшита из двух материалов. Ваш любимый шифон – раз, и, конечно же, дорогостоящее кружево. Кружево испокон веков считалось самым роскошным материалом. И не случайно, между прочим. Обратите внимание, что наше кружево находится не только на передней планке. Внимание! Мы разворачиваем блузу, и задняя планка также украшена кружевом. Это говорит о том, что производитель очень грамотно подошел к этому производству и не пожалел ткани специально для вас. Но посмотрите, Светлана, что я вижу? У нас здесь все-таки двойная основа есть плотная, а сверху у нас кружево. Кружево подтягивается. Вот то, что я для себя отмечаю, это очень важно. И самое интересное, что мне нравится, это то, что кружево точно совпадает по цвету. Это говорит о качестве. Это говорит о том, что дизайнер-конструктор довел свою идею до конца, о том, что производитель не поскупился и закупил подходящие ткани. И это никак не отражается на цене, потому что мы сотрудничаем напрямую с российскими дизайнерами. У нас цена, я с гордостью говорю, у нас, потому что у нас самые низкие цены, 2450 рублей за элитную блузу. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Ну что ж, здесь очень много секретов, но у нас нет секретов от вас, дорогие наши подруги. Итак, у нас наша блуза имеет еще подкладочную ткань, и это тоже шифон. Вы только посмотрите, насколько вы будете защищены. Ну а мы напоминаем, что впереди все-таки осень, а значит, шифона стало немножко больше. Заказывая сегодня эту блузу, я вам гарантирую,
гарантирую, дорогие мои, вы будете чувствовать себя на высоте. Это базовый предмет, а значит, он сочетается не только с брюками, ведь наша Люба выбирает сегодня брючный ансамбль. Стильные брюки, которые также скоро появятся в нашей модной рубрике. Обратите внимание на длину изделия. 59 сантиметров. Блузу можно носить на выпуск и можно заправлять. Я вам рекомендую эту блузу, потому что очень редкий цвет здесь используется. Красивый, салатовый. Если цвет вам нравится так же, как и нам, или вот этот элегантный цвет, голубой, приглушенный цвет морской волны, если вам нравится тот же цвет, тогда сейчас звоните, потому что неизвестно, когда еще в ближайшее время вам удастся приобрести нарядную, красивого цвета блузу. Ну что ж, дорогие наши модницы, вы уже выбрали свой размер, вы выбрали свой цвет. И несколько слов о простом уходе, потому что он действительно прост. Шифон – деликатная ткань, но стирать ее вы можете дома при температуре 30 градусов. Гладить это изделие лучше при щадящей температуре для деликатных тканей.